Guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren. Wir freuen uns sehr, hier Sie im Internationalen Verbund der Deutschen Kultur im Deutsch-Russischen Haus begrüßen zu dürfen. Добрый вечер, дамы и господа. Рады приветствовать вас в Международном союзе немецкой культуры, в немецко-российском доме в Москве. Dieser Abend ist der Schaffen der russisch-deutschen Komponistin Татьяны Смирнова-Шульц gewidmet. Этот вечер посвящен творчеству немецко-русского композитора Татьяны Смирновой-Шульц. Frau Schulz war von russischer Regierung ausgezeichnet und sie hat eine Freundschaftsorde bekommen und außerdem sie war Professorin des Moskau Staatlichen Tschaikowski Konservatoriums. Leider am 6. Juni letztes Jahres, sie ist nicht mehr da. Татьяна Георгиевна была отмечена российским государством. Она заслуженный деятель искусств РСФСР, кавалер Ордена Дружбы, профессор Московской государственной консерватории имени Чайковского. К сожалению, 6 июня 2018 года с этого дня ее нет с нами. Но с нами ее музыка. Das ist besonders, dass die Kinder singen diese Musik. Особенности в том, что дети поют эту музыку. Im ersten Lied wird als Solistin ein Mädchen, die ist einem Waisenhaus erzogen. Und ich finde das ganz Besonderes, dass sie heute im Konzert singt. В первом произведении солистка Оксана Пирожанская, она воспитанница детского дома для детей с особенностями здоровья. Это детский дом номер 15, приводит на занятия и сегодня концерт девочку-волонтер Татьяна Васильевна. Вот, фамилию не знаю. Вот, большое вам спасибо. Herzlichen Dank. Цикл «Весенние хороводы», опус 35. «Сидит дрема, обращение к дреме». Поет детский хор «Орлята» при Московской смарт-библиотеке имени Анны Ахматовой. Садитесь. Сидит
фортепиано исполняет Иван Соколов. Розовая песенка. Солистка Нелли Фазлыева и самая маленькая участница нашего коллектива Белла Красовская. Thank you.
Нелли Фазлыева. Thank you.
jetzt ein ganz besonderes Werk. Сейчас особое прозвучит произведение «Ароматы утра» для двух флейт и фортепиано по картине художника Андрея Кноблока. Произведение опус 89, номер 2. Исполнители: Мария Урыбина, флейта, Рута Вайткуте, флейта, Николай Курдюмов, фортепиано.
können eine gedruckte Kopie dieses wunderschönen Bildes sehen. Андрей Кноблак, Morgensduft. Да? Ароматы утра. Эта картина напечатана на программках этого концерта. Но что самое замечательное, художник Андрей Кноблак сегодня в этом зале. Приветствую вас. Жаль, конечно, что самой картины нет, потому что нынешний ее владелец у нас ее, сейчас она в Америке, вот поэтому она не могла здесь присутствовать. А с другой стороны, может быть, это и неплохо, что нет какого-то зримого образа, и ничто не мешало воспринимать и ощущать вот эту замечательную музыку Татьяны Смирновой. А что раньше появилось? Картина или вы сначала познакомились с Татьяной Георгиевной? Ну, мы были уже знакомы, потом появилась картина, а потом появилась музыка. В такой очередности. Понятно. Замечательная картина. Спасибо. Это 99-го года. Продолжаем концерт. Скерца. Для двух флейт и фортепиано. Опус 91, номер 2. Исполняют Мария Урыбина, Рута Вайткуте и Николай Курдюмов. Thank you.
Эдварду Григу. Фортепианный цикл в трех частях. Опус 92. Северный напев. Тролль-скрипач в горах Лаэрдаля. Исполняет Иван Соколов. Thank you.
Дорогие друзья, все музыканты, которые участвуют сегодня в конкурсе, сегодня в концерте, это лауреаты международных конкурсов. Действительно, музыканты очень высокого уровня, и исполнять такую сложную музыку действительно непросто. И еще ее сложность заключается в том, что, к сожалению, исполняется она не так часто. Когда музыка на слуху, уже знаешь, какая будет нота следующая. Можешь сравнить разных исполнителей. У этих произведений исполнителей немного, потому что многие из них даже, к сожалению, не изданы. Но вы можете их услышать сегодня в концерте. А произведения эти интересны и необычным составом. Сейчас вы услышите дуэт для флейты и домры. Концертный дуэт, опус 38, номер 1. Исполняют лауреаты международных конкурсов. Луиза Нуриева, домра. Наталья Чумаева, флейта.
Thank you.